без жилых комплексов и торговых центров. Как исполняется запрет на строительство в прибрежной зоне и лесных массивах, сегодня проверил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский осмотрели с воздуха спорные территории в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В этом году в регионе приняли закон, препятствующий возведению капитальных зданий в 500 метрах от уреза воды. Однако есть примеры, когда это требование игнорируют. В Новороссийске губернатор отправился на одну из таких строек. Апарт-отель с квартирами на продажу растет прямо посреди набережной. К нему уже успели пристроить и торговый центр. Оказалось, разрешение на возведение комплекса выдано с нарушениями. На подобные случаи незамедлительно должны реагировать правоохранительные и надзорные органы, уверен губернатор. Вот по сегодняшней норме, краевой норме, по тем договоренностям, которые мы уже оформили и законом края, где от уреза 500 метров, от уреза воды нельзя строить, по тем правилам землепользования застройки, которые сегодня в Новороссийске утверждены, по генплану Новороссийска, вот эти строения попадают в это правовое поле, либо нет? Вот мне нужен важный ответ. Они по назначению попадают в это правовое поле. В случае, если будет исключено даже понятие жилья любого, апартамент или это, или апарт-отель и так далее. Что касается этажности, в правилах землепользования и застройки Новороссийска сегодня 15 метрами ограничена высота первой линии застройки. То есть по форме эти строения попадают в разрешенную норму. Да. Но содержание это самое. А вот содержание, вот тогда давайте тоже вам поручение разобраться. Если содержание отвечает тому, что здесь у нас не может быть жилья в 500-метровой зоне, ну, значит, тогда что здесь будет? Хорошая гостиница, пожалуйста, да, но только не жилье и не апартаменты. Это принципиальная моя позиция, что мы все равно должны оставаться курортом. Хотя это Новороссийск, но все равно в понимании жителей страны это тоже, пусть своеобразный, но курортный город. Региональный закон предусматривает ограничения по этажности и функционалу. Теперь, если строить у воды, то только гостиницы и санатории не выше 4 этажей. О том, как идет борьба с самостроями, в первую очередь на черноморских курортах, говорили уже на совещании с участием главы региона.